Ну, ой, кто гуляет? У нас тут роза на балконе, она немножко заразная. У нее там какое-то заболевание, в общем, она заражает другие цветы. И кое-кто самый лучший на свете. Вот так вот загораешь, солнышко-то у нас уже ушло, но с утра только. Вот такая вот солнечная полосочка на кисть есть. Солнечную полосочку поймал. Все, на мешочках. У нас тут балкончик. Вот роза-то. У нее белые листочки. Этот белый налет. Это какая-то зараза, вот надо какими-то пестицидами обрабатывать, я не собираюсь. Это зараза такая, что как бы я сама заражу, потравлюсь. Надо или выбрасывать, или пусть на балконе живет. Да, кис? Еще. Вот и кошка. Кто самый лучший кот на свете? Он тут на птичек смотрит. Думаю, кошка.